Здравствуйте! С вами программа «Сами с усами». Сегодня мы решили поискать в интернете материал о высокорослых летниках. Мы привыкли с вами к тому, что летники в основном низкие, компактные, долго красиво цветущие, но среди них есть настоящие растения-гиганты, высота которых может достигать 1,5 и более метров. И начнем мы с вами говорить о таких высокорослых летниках с обзора, и я предлагаю вам посмотреть материал об этих культурах. Сказать еще о некоторых высокорослых летниках, которые значительно могут украсить наши с вами участки. И следующая культура, о которой хочу поговорить, это клещевина. Очень эффектное растение, но прежде чем мы с вами познакомимся с агротехникой ее выращивания, хочу сразу предупредить, что клещевина – растение ядовитое, и поэтому у нее существуют ограничения на использование. То есть, если на участке есть маленькие дети, то клещевину лучше не сажать. Ну, не дай бог, что-то произойдет. Хотя, если вы помните приключения Незнайки из Солнечного города, доктор Пилюлькин всех жителей Солнечного города лечил только двумя лекарствами. Это была касторка и йод. Ну, с йодом, понятно, замазывали разбитые коленки. А касторка – это как раз-таки касторовое масло, которое добывается из семян клещевины. Давайте посмотрим, какая же агротехника выращивания этой культуры. Сегодня я хочу вам показать два способа, как я проращиваю семена клещевины. Замочила на час просто в теплой воде. Сажать мы их будем двумя способами. Первый способ бабушкин. Как раньше всегда мы делали это, вот туалетную бумагу настилаем в емкость. Заливаем туда водички, укладываем семена и сверху накрываем салфеточкой. А второй способ мы будем сажать в вермикулит. Вот я насыпала сюда вермикулит. Сейчас мы его зальем кипятком, так, чтобы он прям был горячий. Также на него укладем семена и поставим все на проращивание. И посмотрим, в каком способе семена будут чувствовать себя лучше. Вот такие вот семена я купила. Называются они клещевина обыкновенная. Могут вырасти до 2 метров. Ну, приступим. Значит, сюда мы просто наливаем воду так, чтобы была прям влажная салфетка. Прям не жалеть. Кстати, воду я лью тоже не холодную, а такую более-менее горячую, так как клещевина, она вообще имеет свойство очень плохо прорастать. У нее очень толстая шкура. Корочкой. Еще советуют ее вообще вот так вот наждачкой затирать, но я этого не делаю. Просто укладываем в хаотичном порядке, как нам нравится. Теперь сверху мы накрываем просто салфеточкой. Это может также быть туалетная бумага, но мне удобней брать просто салфетку, промытую водой. Вот таким образом. И теперь вот мы это все ставим в пакетик. Накрываем, делаем тепличные условия и ставим в стекло. Желательно в стекло, чтобы она не остывала. Все. Сегодня у нас 14 марта. Надо будет его подписать обязательно. И потом посмотрим, как они себя ведут, лучше там или там. Теперь приступим к вермикулиту. Также наливаем туда горячую воду. Довольно-таки достаточно, чтобы было очень влажно. Подождем, пока вермикулит впитает в себя эту воду. Вот руке не сильно горячо, но чувствуется, что прям вот горячая. И теперь туда же укладываем наши семена. Стараемся их немножко углубить, так, чтобы они все оказались у нас в вермикулите. Сверху можно еще немножко прилить водой. Довольно-таки немного, видите, вермикулита, где-то 1,5 см.
чистая. Ну, нам же цель только прорастить семена, а потом мы их будем рассаживать в горшочки. Все. И накрываем это все крышечкой. И теперь мы их ставим просто на теплое место. Хочу обратить ваше внимание на то, что семена клещевины очень трудно всхожие, и поэтому их перед посевом обязательно нужно скарифицировать, потереть по наждачной бумаге или, может быть, перетереть семена с крупным песком, то есть сделать так, чтобы оболочка немножко повредилась, и тогда всхожесть семян будет значительно лучше. А следующая культура из высокорослых летников, с которой хочу вас познакомить, это, в общем-то, сравнительно новое растение. Применяется в наших садах пока еще крайне редко. И называется эта красавица вербена буэнос-айреская или вербена бонарская. Сначала агротехника. Разговаривать мы с вами будем о вербене бонарской. Это довольно высокое растение. К сожалению, в нашем климате это однолетник, но он очень хорошо сеется. То есть вот здесь вот вызревают семена. И потом в дальнейшем она просто самосевно вырастает. Вообще с этой вербены я собираю семена сама. То есть с сеянцев, которые уже хорошенько процвели. Вот тут вот можно увидеть. Вот они. Вот эти вот сухие на донышке на самом. Это семена. Семена я собираю. И где-то в марте месяце прямо в теплице в обычную плошечку я высеваю. Это я чуть позже уже тогда ближе к весне все это покажу. Ну и еще вербения. Любит она, конечно, только солнечные места. То есть желательно посадить ее на самое-самое солнце. И вот хороший компаньон – это розы. Розы, астры. В принципе, она сочетается со всеми растениями. И никаких проблем нет. Зацветает поздно. То есть цветение начинается где-то, ну, начало августа, конец июля, где-то в этом районе. И продолжается до самых морозов. То есть вот так вот она цветет. Лучше высевать вот таким же массивом. Я высевала массивом, мне очень понравилось. Очень красиво. Как вы видите, это растение высотой более 150 сантиметров. Это растение, которое имеет очень приятный аромат. И вербена привлекает в сад бабочек. То есть всего лишь несколько растений вербены бонарской, и в вашем саду все лето будут порхать бабочки. Надо попробовать. Растение, в общем-то, неприхотливое, достаточно легкое в уходе. Надо только добыть семена, вовремя посеять и любоваться этой красавицей. Ну и напоследок хочу познакомить вас еще с одним растением, тоже из группы высоких летников, которое называется космея дважды перистая или космос дважды перистый. Ну, не знаю, как современные дети, а когда я была маленькая, из лепестков этого растения мы делали себе маникюр. Просто брали лепестки космеи и, извините, на слюни клеили их себе на ногти. И ходили такие красавицы вот с таким длинным розовым маникюром. Отношение у нас к космее несколько пренебрежительное. Связано это с тем, что космея очень легко дает самосев. И в самосеве растения, как правило, не передают своих декоративных качеств. Кроме всего, она высокорослая, заваливается, требует подвязки. Ну, надо сказать, что на сегодняшний момент в нашем распоряжении очень много сортов космеи, у которых высота уже колеблется от 30 до 70 сантиметров, и очень много сортов разнообразных по форме цветка, от махровых и полумахровых до крупных простых. Ну, а теперь давайте познакомимся с агротехникой выращивания. Цветок космея размножается семенами, причем как посевом непосредственно в открытый грунт, так и рассадным способом. Когда сажать семена космеи в открытый грунт? Клумба из космеи засеивается в начале весны, после того, как сойдет снег. Семена рассыпают по поверхности грунта гнездами по 3-4 штуки через каждые 30-40 см и слегка пришлепывают их ладонью, чтобы глубина заделки была не более 1 см. Цветение космеи при безрассадном посеве начинается в июле-начале августа. Сеять космею в открытый грунт можно и поздней осенью, под зиму. Кроме того, космея прекрасно размножается самосевом осенью. Вам остается только по весне прорядить густо зашедшую поросль.
Выращивание космеи рассадным способом дает более надежные и быстрые результаты. Когда сеять космею на рассаду? В марте или апреле. Контейнер с посевом содержат в светлом месте. Если температура для проращивания семян будет в пределах 18-20 градусов, ростки появятся через неделю-другую. Густые всходы нужно проредить таким образом, чтобы расстояние между сеянцами было 10-15 см. Для этой цели можно провести пикировку. Распикированную рассаду подращивают при более низкой температуре – 16-18 градусов. Если вы не хотите возиться с пикировкой сеянцев, можно сразу сеять по 2-3 семени в отдельные стаканчики. Посадка космеи осуществляется в начале июня, когда сеянцы вытянутся до 6 см и минуют возвратные заморозки. Допустима посадка в середине мая, если вы уверены, что холода больше не вернутся. Найдите для космеи открытый солнечный участок, защищенный от ветра, с умеренно плодородным, хорошо дренируемым слабокислым грунтом. Мне нравится космея, и нравится еще только потому, что ее не обязательно выращивать через рассаду. Семена можно просто посеять непосредственно в открытый грунт и уже в середине лета получить цветущую красавицу. Я думаю, что сегодня мы с вами достаточно большой ассортимент посмотрели высокорослых летников, которые могут в течение лета украсить наши сады. Ну, а на сегодня все. Всего вам доброго. До свидания.